Ты иногда говоришь о работе с психологом. Выглядишь ты как очень уверенный альфа-самец. Да, вот я не совсем... В чем именно состоит твоя работа с психологом? И насколько это важно для вот тебя? Психолог работает со мной не для того, чтобы мне там привить уверенность в себе. Он развивает мышление, он развивает скорость принятия там мысли в бою. Вот он помогает тебе. Есть момент, когда ты боксируешь на протяжении 12 раундов, у тебя есть план на бой, ты его выполняешь, и потом потихонечку начинаешь понимать, что вроде как он уже в твоих руках, ты начинаешь экспериментировать, либо уходить от плана и делать, выдумывать что-то свое. И ты наступает момент, когда ты на этом движении, которое ты пытаешься его попробовать, ты на нем застряешь, ты его делаешь. Вот каждый раз ты делаешь это движение. То есть, допустим, там левый живот, правая голова – это связка. И ты ее делаешь. Вот он учит тебя тому, чтобы быстро выйти из этого состояния. Да. Не зацикливаться. То есть, да, не зацикливаться, чтобы ты не застревал. Вот он учит этому. А как? Это разные упражнения. Одно из упражнений есть цифры на стене. Есть время, он берет время, 25 цифр. И ты должен как можно быстрее, они хаотично разбросаны, как можно быстрее должен найти от 1 до 25. То есть ты концентрируешь свое внимание, это и такая, как бы, и, наверное, зрительная тренировка, потому что ты смотришь не на одну цифру, а ты пытаешься захватить весь этот квадрат, все 25 цифр в общее свое поле зрения. Да, и пытаешься, вот ты нашел цифру 1, и ты уже видишь, то, допустим, там правым глазом ты уже видишь, где находится 2 и 3, ты должен быстро их указать. Ты должен это сделать за время. После этого есть упражнение на концентрацию.